А вот и Андрей Миронов. Мы вас очень ждем. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Простите, что мы так поздно вас, в такой поздний час, пригласили. Да, там уже 8 марта, но у нас ночной эфир. Мы надеемся, вам спать не хочется? Вы знаете, я по натуре своей ночной человек. Сова. Скорее, филин, я бы сказал. Но мне кажется, что вот такого рода передачи – это же эксперимент. Да. Это начало. Вообще считаю, что любой эксперимент, любое начало – это прекрасно. И вот такого рода передача, она, я знаю состав людей и состав, так сказать, различных интересов в этой программе. Мне кажется, что независимо от времени, а тем более, что это поздно, потому что за целый день, наверное, возникают какие-то и усталости, какая-то утомленность, и, может быть, хочется как-то расслабиться. И в этом расслабленном состоянии интересно и узнать что-то новое. И, может быть, послушать хорошую музыку и поговорить о хорошей музыке. Тем более, что я знаю, у вас в передаче вы много говорите о музыке. Да. Да. И о Ленноне, и о Высоцком. Во всяком случае, я с удовольствием приму в этом посильное участие. Мне кажется, что мы сейчас имеем возможность первыми поздравить наших женщин с праздником. Действительно, первыми. Сегодня днем будут говорить очень много. Поэтому мне позволите в вашем лице, Майя, как ваше отчество? Федоровна. Федоровна. Нет, нет, ну это очень официальное поздравление. Я хочу Майю Федоровну, милые женщины, значит, вот поздравить с праздником, а она уже вам это все передаст. И вообще хотелось бы, чтобы этот праздник был почаще, практически каждый день. А что вы подарите женщинам? Ну, я не могу взять на себя смелости назвать это подарком. Мне хотелось бы, чтобы это стало подарком. Ну, может быть, какую-то песню. И, наверное, соответственно, и времени. Уже такой легкой засыпаемости, с одной стороны. И, значит, бодрости духа, с другой стороны. Наверное, лирическую песню. И вот совсем недавно вместе с композитором Френкелем мы создали такой альбом, большой, 11 песен. И, может быть, одну из них. Пожалуйста. Пожалуйста. Будьте любезны, дайте, пожалуйста, фонограмму. Где-то песенка дальняя слышится там, за волной то взлетит, то кружит, то в тиши прозвенит струной. В этот вечер мне радостно дышится ты всюду со мной. Может, песенка эта станет нашей весной. Это мечты, в них я и ты. Это полет только вперед. Это моя весна, та, что надежд полна, та, что зимой и летом всем сердцам нужна. Это весна, это весна. Журавлиные трубы хрустальные в путь голубой и зовут, и ведут, и поют, как морской прибой. Мчатся ветры, товарищи дальние, я всюду с тобой. Может, песенка эта станет нашей судьбой. Это мечты, в них я и ты. Это полет только вперед. Это моя весна, та, что надежд полна, та, что зимой и летом всем сердцам нужна. Это весна. Это моя весна,
та, что надежд полна, та, что зимой и летом всем сердцам нужна. Это весна, это весна.